очень много единиц для военно-морского флота Советского Союза. В основном это были все-таки военные вспомогательные суда, к которым относятся суда размагничивания. Ну, далее перед нами уже появятся территории частных яхтенных стоянок, которые тянутся до самого конца Южной бухты. Бухта заканчивается у железнодорожного вокзала города, где ее глубина около 3 метров. В самом конце бухты, смотрите вверху, немного правее, здание со шпилем, матросский клуб, где проходятся мероприятия, посвященные истории флота. Там же театр имени Лавренева. И еще дальше, в самом конце бухты, тоже вверху,